Раби Кахане, вы постоянно протестуете против Запада, критикуете евреев за то, что вы называете вестернизацией, эллинизацией, ассимиляцией. Разве у Запада нет много хорошего? И что делать, если еврейские понятия вступают в противоречие с научными понятиями, например, пересадка кожи? И как бы вы определили сущность иудаизма? Во-первых, конечно же, в западной культуре много замечательного. И многое пришло в нее из восточной культуры. Вопрос в том, насколько западная культура совместима с иудаизмом? Вот какой вопрос должен задать еврей. Томас Джефферсон — это иудаизм? Эдмунд Берк — это иудаизм? Руссо — иудаизм? Вот в чем вопрос. Какая часть западной культуры соответствует иудаизму? Очень большая не соответствует. Я считаю, что религиозные евреи — это гораздо, гораздо больше, чем просто соблюдающий еврейский ритуал. Религиозный еврей — это тот, кто принимает на себя ярмо неба.